Итак, всем привет, други мои. Я вам сегодня записываю, как я на Авито смог купить замечательный объектив, который называется Гелиос 44 М7. Чем М7 отличается от М6? У М6 45 по центру кадра линии на миллиметр и 25 по краю кадра линии на миллиметр. А у М7 50 линий на миллиметр по центру кадра и 30 линий на миллиметр по краю кадра. То есть на 5 линий на миллиметр М7 превосходит М6. У меня, в принципе, есть и М6, и М7. М6 я купил за 1700 или за 1600 рублей тоже на Авито. А М7 я купил за 2700. Там даже комиссию еще заплатил 2760. Ну, 60 рублей это как бы комиссия была, комиссионные деньги. Но это не суть важно. Короче, на 1000 рублей у меня более качественный объектив стоил дороже, чем менее качественный. Ну вот, как вы видите, он и снимает получше. Видите, тут какая четкость в кадре вот у этого объектива. Снимаю я этим объективом Гелиос 44 М7 на свой беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha A6000, который у меня цвета графитового. То есть не серебристого цвета, а графит он называется, этот цвет. Тоже я купил этот фотоаппарат с этим объективом. Ну, не с этим объективом, а просто этот фотоаппарат с китовым объективом Sony Alpha A6000. Купил, когда закрывался гипермаркет MediaMarkt немецкий. За 26 тысяч я его купил. Сейчас он где-то стоит дороже 40 тысяч рублей. Сейчас он, наверное, 46 стоит. Ближе к 50, если вы его сможете найти в продаже. Ну а так, это модель 2014 года, Sony Alpha A6000. Сейчас уже вышли A6100, A6300, A6400, A6500, A6600 и A6700. Куча шеститысячников вышла. Так, ну не в этом суть. Суть в том, что вот этот вот объектив, он снимает Гелиос 44 М7, снимает очень классно и очень качественно. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале, всем пока. И увидели вы, что мое лицо заменено. Это не мое родное лицо, а замененное лицо. Но вот теперь уже действительно всем пока и гудбай.